Всем привет, друзья! С вами ваш Мангуст, а это значит, что настало время для хорошей РПшечки по Farming Simulator 17. Но прежде чем начать выпуск, я попрошу тебя поставить лайк и написать парочку интересных комментариев после просмотра этого ролика. Ведь самые интересные, самые прикольные комментарии попадают в следующие ролики. А сегодня попали вот эти ребята. Спасибо всем, ребят, за комментарии, всем, кто пишет. Не переживайте, вы обязательно когда-нибудь попадете. Ну что, ребят, сегодняшняя серия начинается с того, что наш фермер вернулся на нашу любимую, в нашу любимую деревню. Напишите сразу комментарий, в какую деревню мы вернулись, кто узнал, вот так вот небольшой облетик сделаю. Кто прям по первым кадрам видео узнал эту деревню, ребят, может быть, не так... На самом деле тяжело сейчас угадать, но может быть прям есть любители, кто меня постоянно смотрит и прям с первых кадров может угадать. Подсказываю, это карта, ребята, Курай, деревня Курай, и мы вернулись на нее, наш фермер решил посетить бабушку, навестить. Он приехал, чтобы навестить бабулю и навестить Антошку. Так, надо свет, свет включен, тут депсы стоят. По правилам же теперь нужно ездить с ближним светом, поэтому включим свет. Вот, и въезжаем в наш Курай, едем навестить бабулю. У меня прям, знаете что, прям аж чувство такое трепет. Вы же тоже, наверное, очень ждали, прям очень ждали Курай. Поэтому не жалей и ставь лайк прямо сейчас. Давайте наберем очень много лайков по ферме, это прям очень круто, когда мне прям так нравится, когда вы... Все вместе, знаете, сплоченно, прям вот именно дружным нашим коллективом, который уже практически дорос до 100 тысяч подписчиков, да, это очень круто, и мне прям так нравится, когда вы все вместе, все дружно так ставите лайк, поэтому не стесняйтесь, поддержите, а я вместе с вами еду навестить бабулю и Антошку, хоть узнать, как у них тут дела, как вообще, просто узнать, как колхоз тут поживает, Кураевский, не развалился ли? Все-таки я уехал на Сибагро поднимать тот колхоз, а здесь немножко, эх, подзабыли мы родной Курайчик, его родные дороги, поэтому нужно, так сказать, посмотреть, что здесь происходит. Тем более наступает скоро зима, вот, начнется новый сезон, начнется 19-й год, намек на Farming Simulator 19. Не знаю, что он нам несет. Как вы думаете, ребята, что нам несет новый Farming Simulator 19? Как вы думаете? Я очень надеюсь, конечно, что Курай будет продолжиться в 19-м году. Вот, и прям Сибагро тоже мне бы хотелось, чтобы продолжить. Может быть, какие-то новые карты, деревни будут. Так что посмотрим. Но пока что мы возвращаемся в наш родной Курайчик. Я уже вижу вдалеке, находится вот там вот Стелла, вывеска. Так, Курай 0, 400 метров остается до Дзержинска 22 метра. Так, у нас тут что-то случилось. Так, давайте посмотрим, подождите. Ух ты, ну ничего себе, это что такое? Опа, так, ну-ка, давайте смотреть. Так, давайте сейчас выйдем, посмотрим, что случилось. Так, а тут, смотрите, никого и нет. Бросили просто фуру с молоком. Так, ну что, можно, наверное, сесть. Красноярские номера местные. Так это, подождите, ребята, это фура-то, это же... Федора Ивановича, да? Ну, правда, он уже старенький, навряд ли он сейчас на ней ездит. Кто-то, видимо, взял какой-то бестолыч его фуру просто и врезался в дерево. Ну что, нужно помогать. Мы же, блин, что, мы бросим, что ли? Это, может быть, даже к моему колхозу относится. Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас такое. Так, вижу, что осталось очень мало топлива. 34 литра. Так, вот, так, чуть я. Так, ну, давайте попробуем. А, ну все понятно, ребят, смотрите. Даю полный газ назад, а он не едет. Все, засадили фуру, так сказать. Я понял, ладно. А еще самый прикол в том, что топлива нет. И, ребята, я знаете, что еще поставил, видите? Много полосочек таких, ну, кружочков появилось. Не как бы не один круг, а много. Это я поставил и показывает, какой
расход в данном случае, вот если вот так газовать, то будет 27 литров в час. Но я думал, что это час игровых, а это вот час, вот видите, где техника, вот когда вот 1,9 часа, вот это и есть. Час это потратится, допустим, там вот сейчас, если он стоит на холостых, да, 4 литра в час. Прикольный модик, мне очень понравился. На расход топлива. Ну что? Что у нас получилось? То, что, в принципе, фура тут стоит. Я так думаю, что тут топливо нужно будет привезти. И можно попробовать достать, вытащить ее, не знаю, УАЗиком. Давайте сейчас вначале УАЗиком попробуем. У меня есть сцепка, сейчас ее прицепим. И уже будем пробовать. Так, давайте, надо сзади двери открыть. Ну что, достаем цепку, цепляем ее. И будем пробовать вытаскивать КамАЗ. Не знаю, что получится. Если что, доедем до нашей базы. Там наверняка будут трактора. Сейчас будем пробовать. Так, сцепку достал, ребят. Двери можно закрывать и пробовать уже цеплять нашу фуру. Закроем двери. Передние закроем. Ну что, сдаем чуть-чуть назад. Как думаете, вытянет? Вот как думаете? Напишите прямо сейчас в комментарии, вытянет ли буханка. И какой трактор хотите, вот, чтобы, если она не вытянет, ну, сейчас посмотрите, напишите, вытянет или не вытянет. А когда результат увидите, то если, допустим, не вытянет, напишите, какой бы вы трактор, допустим, взяли, чтобы вытянуть. Ну, допустим, или какую технику вы бы взяли, чтобы вытягивать вообще. Вот. Ну, мне кажется, все-таки не вытянет. КамАЗ сколько весит, плюс он застрял, плюс мне нужно его... Там же никто не будет мне помогать, чтобы назад сдавать. Получается, водителя там нет, поэтому я вот так вот сейчас сам попробую помочь ему, так сказать. Ну что, давайте цепляем его. Есть, прицепили. Даем полный газ вперед. Так, у нас полный привод включен, да, видите, все, ребят, полный привод включен, давайте. Ну, даю полный газ. Не, вообще, ребят, нифига, даже не сдернулся. Короче, фура даже не дернулась. Вы посмотрите, сдаем назад. Вперед, полный газ. Буханочка немножко приседает, и все. Все, вы видите, что ничего не происходит. Так, ну как я и думал. Все, буханка не смогла, значит, отцепляем. Все, долго не думаем. Едем дальше в город, мне еще, ой, ну, в Курай заезжаем, мне еще бабулю надо навестить. А я тут помогаю, так сказать, дальнобойщикам. Блин, родной Курай, ребят. Ах, только у меня вот, не знаю, такое чувство, вот прям как будто въехал в родное что-то. У кого такое же чувство, как у меня? Прям, ай, вот здесь, помните, деду мы пахали огород, вот он этот домик, да? Да-да-да-да-да, вот он этот огородик, ребят, помните моему... Под картошку пахали. А здесь живет председатель. Вот он, скорая все стоит. Да, вот по этой дороге мы ехали. Ой, елки-палки. Как же здесь круто все-таки. Вон стогомет стоит, МТЗ-80. Школа, да? Школа же это, вот это. Да, ребята, вот и школа. Где мы с вами чистили снег, строили горку. Так, тут у нас мельница. Я уже забыл. А вот он мой дом. Вон он, ребята, вон он вдалеке. Ставь лайк, если ты тоже узнал этот дом. Прям знаменитый дом, это просто легенда. Вообще легендарный. Так, а куда я еду? А, я еду. Забыл, куда я еду, аж это мысли. Мысли куда-то улетели, я аж прям тут. Ну что, ребят, давайте посмотрим, что можно взять из техники. Вообще, что тут у нас представлено? Так, тут гаражи стоят, но они пустые. Там, хотя техника какая-то была. А, так, Т-170 стоит, но это... О! Так, у нас на выбор кировец и МТЗ-шечка. Так. О, еще у нас два кировца. Сейчас... Ой, два МТЗ, два кировца. Кировец один. Ну что, я думаю, надо кировца брать, да? По идее, тут самый нормальный будет. Техника, правда, такая грязная. Ой, ё-моё, вообще не моют. Просто вообще не моют. Так, это что у нас? Это МТЗ-82.1. Вот такое вот. Так, нет, это нам не подойдет. ЗИЛ нам тоже не подойдет, как у академика. Так, кировец, конечно, подойдет. Наверное, кировец возьмем. Да я сейчас посмотрю еще вот этот трактор. Это у нас 10-25. Ну, 10-25, в принципе, мог бы, наверное, подойти, но все равно хочу кировца.
Естественно, нужно его помыть, ребят. Естественно, его нужно помыть. Таким грязным он нам... А, тут что-то я в сейлку как-то уперся. Надо чуть отъехать. Сейчас отъедем. Сейлку как-то поставила бригада. Тут не особо удобно. Поэтому, видите, она как бы врезалась. Так, ну что, теперь нужно... Сцепка там осталась, да, у нас? Так, теперь нужно возвратить. И, кстати... Сейчас какого-нибудь помощника посадим на этот. Не хочу я здесь оставлять. О, вот такой, пусть он, знаете, не совсем чистый будет, немножко грязненький такой. Вот так вот приятно смотрится. Не хочу я оставлять мою буханку здесь, потому что мне потом еще нужно поехать в сторону магазина купить бабуле гостинцев. И в конце вы увидите кое-что прям легендарно интересное. Поэтому никуда не переключайтесь. В конце реально увидите легенду. И, кстати, ребят, очень прошу, вот сейчас прям очень вас прошу. Потому что вы у меня умненькие, хорошенькие. У вас есть интересные идеи. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Пишите, пишите. Пишите, сказал. Ну, так что обязательно пишите ваши идеи по Farming Simulator 17. Обязательно, ребят, прям очень люблю, когда вы пишете. Можете писать в сообщество, когда, допустим, я выкладываю там видео, да, ну, чтобы посмотреть. Можете в сообщество писать, можете в комментариях писать. И чем чаще вы пишете, не бойтесь. Допустим, вы написали один комментарий, один комментарий под видео, но не снял я, да, через какое-то время. Пишите еще, пишите. Главное написать одним из первых для того, чтобы... Смотрите, когда вы пишете комментарии в самом, когда видео только выходит, вас многие видят, и люди могут, такие же зрители, как и вы, могут прочитать этот комментарий. Если им понравилась идея, они пролайкают ваш комментарий. Поэтому, ребят, если вам какая-то РП понравилась, идея какого-то человека, обязательно ее лайкайте. Обязательно ее лайкайте, потому что идея поднимается в топ, я ее вижу, вот, и я понимаю, что вам она действительно понравилась, и мне нужно ее снять. Поэтому не стесняйтесь, пишите, не увидели вашу идею в этот раз, пишите в другой серии, просто. Никто вам не запрещает флудить в комментариях, да, вашими идеями. Это, наоборот, хорошо, когда я захожу... Я такой, знаете, мангуст приходит такой, думает, что бы снять такое, и заходит в комментарии, читает ваши комментарии, видит какие-то реально интересные идеи, ты просто можешь легко снять. Поэтому обязательно пишите, мне очень приятно их читать, тем более вы же видите, что я каждый комментарий читаю, прям каждый, поэтому нужно писать обязательно. Еще обязательно сделаю для вас стримчик, обязательно, вот, тем более скоро еще 19-е выходит, там тоже будем гамать. Что, нужно сейчас пробовать. Сейчас будем, ребята, К-700 вытаскивать. КамАЗ. Все-таки вытащится он или нет? Вот, мне кажется, К-700, по идее, должен. Все-таки он мощный. У него сцепка с землей хорошая. Такие у него широкие... Тихо, буханка. Кстати, знаете, вот столько лет прошло, а я только, в принципе, научился... модом Follow Me там пользоваться. Там ребята, оказывается, сказали, что можно что-то там остановку еще регулировать. То есть много всяких функций в Follow Me. То есть не только, да, там смещение влево-вправо и насколько он отстает. Там еще столько функций, что... Обалдеть просто можно. Так, давайте пробовать цеплять. Ну, точнее, давайте пробовать вытаскивать. К-700. Мне кажется, это один из самых таких тракторов, который вот реально очень часто используют в таких случаях, когда нужно что-то вытащить. Так, все, мы сцепились. Ну что, с богом, давайте пробовать. О, отлично! Я так и думал, что отлично. Вот я... Ах, как классно! Вот мод More Realistic очень сильно тоже влияет вот на это, то, что... вот УАЗиком я не смог вытащить. Если бы не было этого мода, может быть, я бы и смог вытащить трактор. Но это было бы как-то... Кстати, колеса можно убрать у сцепки. Ну, вот так вот будет лучше. Ну что, вытащили, да? Все, отлично, вытащили. Так, отцепляем. Вот теперь можно колеса поставить. Так. Все, здесь мы
нашему работнику дадим указания, пусть он тогда... А хотя можно перецепиться, ну-ка, сцепка, интересно, есть впереди у КамАЗа? Можно подцепиться? Давайте попробуем. Будет хорошо, потому что у него топлива нет. Ну, мало топлива. Что там, сколько у него литров оставалось? 34 литра где-то? Ну, что это такое? Сейчас он только заведется, чуть-чуть проедет, и там все это уйдет, а ему ехать еще и ехать. Поэтому хорошо бы, если бы он сейчас прицепил его, задом тащить-то вообще не камильфо. А вот... Так, давайте попробуем. Будет ли? Походу... А, есть, отлично. Есть сцепка, вот это круто. Вот люблю, когда впереди тоже прицепить КамАЗ можно. Ой-ой-ой, ну все. Все, так, аварийки включаем. Здесь. Так, на КамАЗе надо тоже включить. Пусть они едут тогда. Все, пусть они едут до базы, там его заправят, починят, наверняка что-нибудь случилось. Так, все, а мы, ребята, мы разворачиваемся. Здесь мы помогли, вытащили дальнобойщика. Так, и поехали. Поехали теперь в деревню, как и обещал. Сейчас мы приедем в магазинчик. Купить бабушке... ну, чего-нибудь вкусненького, что он там, ну, пряников купить каких-нибудь. Вот, она еще не знает. Ну, и надо этому Антошке купить, что он там любит. Помните, мы же когда покупали Сникерсы там... Ой, обожаю Сникерс просто. Это одна из самых моих любимых шоколадок. Обожаю Сникерс. Баунти еще нравится. Ну, Баунти я так редко беру, потому что все-таки, если, допустим, выбор Сникерс или Баунти, я сейчас отдаю в пользу Сникерса. Но Баунти мне тоже очень нравится. Прикольная шоколадка. Так, ну что, сейчас вы увидите кое-что очень-очень-очень интересное. И то, что вы очень меня давно просили. Так, немножко, может быть, спалил. Сейчас вот, кто увидел на этой секунде, тот красавчик. Кто увидел, тот красавчик. Кто понял сейчас, о чем я. Вот, вы меня давно просили, Серега, когда она появится, когда это будет. И вот, вот настал этот день. Правда, не совсем она появится у меня. Но она появится на видео, а может быть скоро и у меня. Пишите ваши идеи, как мне ее получить, какую историю отыграть. Но я думаю, вы уже догадались, ребята. Это, конечно же, легенда просто. Это легенда канала. Ну это... Так, глушим двигло. Дверку открываем. Вот мне, знаете, что не нравится? Потому что вот, ты открываешь дверь... Хочешь, ну, вылазишь, а закрыть-то ее не получается. То есть, вот, вот это, конечно, не прикольно. Вот так вот приходится, типа, сделать. Ну что, ребят, это просто легенда канала. И у ней есть кое-какие изменения. Огромное спасибо Максону. Максон, если ты смотришь, спасибо тебе огромное за изменения. Он прописал сюда пассажиров и поменял номер. Наконец-то на этой семерке красноярские номера. Вот. Вообще круто получилось. Теперь, дорогие зрители, пишите вашу идею, как нам получить этот Жигуль назад, вашу историю, точнее, возвращение там, или покупки, или, может быть, украдем. Не знаю, пишите какую-нибудь там, ну, такую историю. Я обязательно ее сниму для вас. Так что вот такая вот сегодня получилась РПшечка. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы получили удовольствие от просмотра. Не забывайте ставить лайки, чтобы доставить удовольствие мне. И пишите ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр. Конечно же, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. С вами был ваш Мангуст.